Друзья, всем привет! Сегодня у нас тест двух очень похожих аппаратов. OnePlus Nord 2 и Realme 9 Pro Plus. Отдельные обзоры на них есть на канале. Смартфоны за свои деньги очень и очень неплохие, пусть и не без минусов. Теперь пора узнать, какой из них круче и стоит ли переплачивать за более дорогой. Ну и конечно не забываем, что эти и множество других смартфонов от разных брендов по очень хорошим ценам вы можете купить в магазине Цифрус. Большой выбор, доставка по всей России. Ссылку оставлю в описании, по ней при покупке вы получите подарок. Ну что, пора начинать. Комплект поставки у сегодняшних оппонентов идентичен. Быстрые зарядки на 65 Вт, кабели Type-C и силиконовые чехлы. Чехлы добротные, внешне мне больше нравится таковой у OnePlus. На Realme он чуть проще, но кромку также защищает хорошо. Да и про пленку на дисплее не забыли, и там она в наличии. Теперь внешний вид. Спинки стеклянные. У Realme голубой цвет весьма интересный. На солнце становится розовым, скорее вариант для девушек, но чехол тонированный, так что в нем такого эффекта не будет. В любом случае есть еще и черный вариант. OnePlus у меня ранее был в сером цвете и показался мне довольно скучным, а вот в зеленом очень понравился. Смотрится приятно, нестандартно и при этом не кричаще. Рамы и там пластиковые, а вот спереди отмечу более тонкую нижнюю кромку на OnePlus. Да, она и тут выделяется. Это вам не Samsung S22, но на Realme кромка совсем толстая. Хотя признаюсь, на фоне OnePlus это не настолько бросается в глаза. Да, побольше, но не драматически. Сборка и там отличная, телефоны монолитные, тут проблем нет. Но по совокупности за внешний вид отдам победу OnePlus. Мне он нравится больше. По габаритам паритет. Вполне стандартные смартфоны. Одной рукой управлять можно, выделять никого не буду. По разъемам также без отличий, и там лишь Type-C для зарядки. Диод уведомлений нет, но полноценный Always On на месте. Можно настроить работу на постоянку или по расписанию. Но OnePlus выделяется фирменной качелькой переключения звуковых профилей. Штука и правда очень удобная. Ни у кого кроме айфонов этого нет. А жаль. Сканеры отпечатка пальцев под дисплеем. Работают хорошо, расположены на адекватной высоте. Жаль, нельзя продавить на выключенном дисплее. Но когда берете телефоны в руки, они загораются. Так что как таковой проблемы это не считаю. Далее дисплей. 6,4 дюйма, AMOLED, Full HD Plus и 90 Гц. Ничего сверхъестественного, просто адекватные матрицы среднего уровня. Под углами чуть переливаются радугой, контрастность хорошая, в плане картинки для своего класса все нормально. Минимальная яркость белого поля 0,85 кандел у OnePlus против единицы у Realme. Максимальная 1100 нит у обоих, нормальный показатель. А вот по ШИМ разница есть. Nord 2 в пике выдает коэффициент пульсации около 110%, на высокой яркости около 10%. У Realme результаты схожи, также от 10 до 110, но Realme хорош тем, что в оболочке есть DC Dimming, а с ним коэффициент пульсации уже не более 30%. Так что в данном вопросе за счет прошивки Realme выходит вперед. Далее звук. У обоих стерео, задействуется разговорный, довольно громкий, качество адекватное. Опять же, разницу я особо не услышал. Также могу похвалить вибро, приятное и довольно мощное постукивание, что у Realme, что у OnePlus. Вибро тут почти на уровне флагманов, за это спасибо. Что по железу, процессор Dimensity 920G у 9 Pro Plus и 1200 у Nord 2. Оперативка у обоих LPDDR4X, постоянная быстрее у OnePlus, UFS 3.1 против 2.2. В AnTuTu разница около 20%, Realme ожидаемо чуть слабее, чем OnePlus. Стресс-тест на 100 потоков также проходится чуть лучше, все-таки у OnePlus чип старшей серии. Слоты под симки двойные у обоих, но у Норда есть резинка, так что определенная защита от влаги тут имеется. Что по играм? Тяжелый Shadowgun Legends на ультра-графике Nord 2 способен играть вообще без просадок, стабильные 60 FPS. Realme тоже так может, но не на ультра, а на высоких настройках. На ультра идут просадки до 35-40 FPS. Оба для игр подходят, но OnePlus тут, конечно, впереди. Что касается интерфейса, то я также за OnePlus. Работает Nord 2 на Oxygen 11, и признаться, очень хорошо, что он пока не обновился до 12-й. Багов фактически нет. Интерфейс быстрый, лаконичный и не глючный. Я бы от греха 12-ку первое время даже не ставил. Realme неплох. В целом он тоже быстрый, не глючный, примерно на уровне OnePlus, но чисто внешне мне оболочка Realme нравится немного меньше. Разница невелика, но все-таки есть.
Теперь об автономности. Батареи на 4500 мАч. Работают и Realme, и OnePlus предсказуемо, и хватает их примерно на сутки при 7 часах у Норда и 8 у Realme. Совершенно адекватная автономность. Realme кажется чуть впереди, но незначительно. Заряжаются смартфоны быстро, но OnePlus шустрее. 0-100 за полчаса, тогда как Realme нужно примерно 45 минут. Впрочем, и то действительно быстро. Беспроводной зарядки, естественно, нет. Камеры. Тут у нас все очень неплохо, потому что основной модуль и там это 50-мегапиксельный флагманский Sony с оптической стабилизацией. Как итог, мы получаем очень неплохие кадры. Причем какой-либо разницы между аппаратами я вообще не увидел. Буквально на паре снимков отличалась цветопередача. В остальном один в один, как по цветам, так и по детализации. Ширики, конечно, базовые, но если света достаточно, то более-менее нормальные снимки сделать можно. Наверное, я бы все равно снимал на основной, но если очень надо, можно использовать ширик. Результат и тут равен. Единственное, в помещении мне показалось, что оба плохи, но Realme совсем уж смазал. Тут OnePlus чуть лучше. При съемке ночью хотелось бы мне увидеть разницу, но и тут ее нет. Ни с основного модуля, ни с ширика в авторежиме вы отличий не увидите. Фактически идентичные кадры. Лишь иногда то один, то второй шумит чуть сильнее. В ночном режиме все снова фактически идентично. Снимки становятся более искусственные. На основной модуль я бы в ночном снимал не всегда. А вот ширик точно с этим режимом снимает получше. Кадр становится чуть приятнее. Видео оба снимают максимум в 4К 30 FPS. 60 FPS есть только в 1080p. Стабилизация мне больше понравилась на Норде. Особенно это касается съемки в 4К. Тест записи видео OnePlus Nord 2 и Realme 9 Pro Plus. Тест записи видео OnePlus Nord 2 и Realme 9 Pro Plus. Съемку веду в 4К 30 FPS. Съемку веду в 4К 30 FPS. Продолжаем тест Realme 9 Pro Plus и OnePlus Nord 2. Продолжаем тест Realme 9 Pro Plus и OnePlus Nord 2. На этот раз съемка в 1080p 60 FPS. По беспроводным интерфейсам порядок. Прием 4G Plus уверенный. Есть NFC для бесконтактной оплаты. Датчики приближения отличные. Просто ноль проблем. Срабатывают 10 из 10. Привет, Xiaomi. А вот в LTE в России есть только на Realme. У OnePlus уже традиционно, из коробки у нас он не активен. Цены. На момент записи ролика OnePlus Nord 2 8128 большинство магазинов продает за 37 тысяч рублей. Недавно было даже дороже, но при этом в Цифрусе он сейчас продается за 34 тысячи. Имейте в виду. Вариант 12256 торгует в основном за 47-48 тысяч. Разница довольно большая, но в Цифрусе опять же цена ниже. 43 тысячи. Я же говорил, что у них прекрасные цены. Realme 9 Pro Plus на нашем рынке дешевле. 29-30 тысяч за 6128 и 34-35 тысяч за 8256. То есть разница в зависимости от версии составляет от 5 до 8 тысяч рублей. Все ссылки оставлю в описании. Еще дешевле брать в Китае. Nord 2 8128 на Али на момент записи ролика продается за $340 или 24 тысячи рублей, а глобальная версия 12256 за $410 или 29 тысяч. Realme в Китае все равно дешевле, но уже не так сильно. 22 тысячи за 6128 и 24 за 8256. Ссылки также оставлю в описании. Ну и что мы имеем? Во-первых, конечно, напишите в комментариях, какой из этих аппаратов вам нравится больше. Посмотрим на статистику. Я скажу так. Телефоны имеют много общего. Дисплей, звук, вибро, качество фотосъемки, автономность. В этих аспектах разницы почти нет. OnePlus Nord 2, конечно, получился чуть более интересным в мелочах смартфоном. У него чуть тоньше нижняя кромка. Мне очень понравился зеленый вариант расцветки. Тем более он сейчас модный. У него есть качелька переключения звуковых профилей. На слоте под симки есть резинка, процессор чуть мощнее. А Oxygen 11 пусть совсем немного, но мне нравится больше, чем ColorOS. Минус тут по сути один. Высокий шим дисплея. И вот в данном вопросе Realme явно показал себя лучше. Думаю, вы видите это даже на камеру. Если покупать на нашем рынке, то Realme смотрится неплохо. Он дешевле, плюс будет официальная гарантия. Особенно если нужна версия на 256. Там разница в стоимости наиболее заметна. Но если заказывать из Китая, я однозначно бы брал максимальную версию OnePlus Nord 2. Он точно стоит своих денег. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Можете также посмотреть обзор Samsung S22 Ultra.
или тест OnePlus 9 Pro и Samsung S22 FE. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!